В обход центральной площади столицы Одинцовского района Дмитрий Голубков отправился в сопровождении представителей администрации муниципалитета и членами общественного движения «Супермамочки». Основное внимание уделялось вопросам безопасности и, если можно так сказать, колясочной доступности спортивных объектов. Очень хорошо, что в Одинцово появится такой качественный спортивный объект. Строится он при участии правительства Московской области с одобрения Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора. Поэтому скоро приедем перерезать ленточку. Я уверен, что спортсмены Одинцова по достоинству оценят новый спортивный объект. Зоны воркаута и волейбольные площадки практически завершены. Открытие всей спортивной зоны можно ожидать уже через месяц-полтора. Работы идут полным ходом, но предложения от общественности еще принимаются. Есть вопросы, решить которые даже на этом этапе не представит большого труда. Например, обустроить дополнительный колясочный съезд. Сегодняшняя встреча с Дмитрием Аркадьевичем – это еще одно доказательство того, что все возможно, все доступно, главное просто иметь желание. Мы получили ответы на вопросы, мы высказали свои мнения по площадкам не только на центральной площади, но и в целом города. И мы, в принципе, достаточно активно взаимодействуем. По мнению заместителя руководителя администрации района Михаила Каратаева, ценность таких встреч заключается в дополнительной возможности обсудить с представителями общественности желаемое и ко взаимному удовольствию совместить его с имеющимися у муниципалитета возможностями. Показали первый этап, рассказали о том, что делаем во втором этапе. Получили от Дмитрия Аркадьевича очень важные замечания, рекомендации. Обсудили это с активистами из группы «Супермамочек». Нашли взаимопонимание в том, что нужно сделать, что обязательно надо учесть, когда будем проводить работы уже третьего этапа. И эти все вещи обязательно учтем в своей работе. Это основная задача таких встреч – услышать тех людей, которые уже будут пользоваться результатами данной работы. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».